Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про прямошерстного ретривера. Прямошерстный ретривер, или как его еще называют, флет, собака, которая сочетает в себе высокий интеллект, преданность своему хозяину и отличные физические данные. Родиной флета считается Великобритания. Именно здесь в 20 веке был принят стандарт породы. Прямошерстные ретриверы известны как великолепные помощники при охоте на водоплавающую птицу. Отличные рабочие качества не единственное, чем могут похвастаться представители породы. Эти собаки считаются отличными компаньонами. Они добрые, дружелюбные и общительные. Я спортсмен, а эта собака как раз очень активная. Это всепогодный дневной и ночной охотник. Ну вот, он себя оправдывает, бегает, прыгает везде без устали. Согласно стандарту, прямошерстный ретривер имеет хорошо сложенное тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 56 до 61 сантиметра, а вес, как правило, колеблется от 25 до 34 килограммов. Шерсть у прямошерстных ретриверов плотная и гладкая. Стандартом породы признаны два окраса – черный и ливерный. Прямошерстные ретриверы – очень контактные собаки, они хорошо находят общий язык с другими животными. Что касается детей, то представители породы проявляют по отношению к ним ласку и терпение. Детей он любит больше, чем все-либо, что-либо другое. Неважно, если он видит, что это ребенок, он подбегает, облизывает, готов играться все время. Он очень дружелюбный, он совсем не агрессивный, со всеми готов играть, но девочек мы любим больше. При уходе за прямошерстным ретривером особое внимание следует уделять шерсти животного. Ее необходимо еженедельно расчесывать, купать флета стоит по мере загрязнения. Также важно следить за состоянием глаз, ушей и зубов собаки и вовремя чистить их. Кроме этого, нужно помнить о том, что прямошерстные ретриверы – энергичные животные. Им необходимы постоянные физические нагрузки. Практически неприхотлив. Я, поскольку очень часто плаваю с ним, то есть я даже его не купаю. Гуляем много, часа 2-2,5 в день, ему мало, он готов бегать, играть больше. Средняя продолжительность жизни прямошерстного ретривера составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!